Несколько тысяч человек приняли участие в антитеррористическом митинге в Новосибирске. Они пришли на площадь перед ГПНТБ и возложили цветы к стеле в честь трудового подвига эвакуированных во время войны ленинградцев. Очень не хочется, чтобы такое повторилось, где бы это ни было, у нас в России или вообще в мире во всем. Люди, жизнь дана, чтобы прожить ее достойно. Но те, кто вероломно нападает, кто из-под тишка убивает людей, это не люди. Они вообще должны не жить на земле. В акции солидарности с пострадавшими от теракта, произошедшего в метрополитене Санкт-Петербурга, приняли участие представители партий, ТОСов, ветеранских и других общественных организаций, студенческих стройотрядов. Горожане несли красные гвоздики, свечи и мягкие игрушки к стеле на аллее блокадников. Митинги под девизом «Питер, мы с тобой» прошли по всей стране. Впрочем, как показал наш небольшой опрос, не все участники понимали, зачем они пришли на площадь. Почему вы решили сегодня прийти сюда? Не знаю, нас заставили. А кто заставил? Преподаватели. Вас просто попросили? Попросили. А кто попросил? Классный руководитель. Тем не менее, какие-то свои есть у вас эмоции по поводу этого события? Не знаю.